Успешно? Что? Это рофл? Это рофл? Он мне дал реально рабочий промокод! Прямо в эту секунду у меня будет дуэль на промокод на AVM Treasure Hunter. Я, ребята, просто в шоке. Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам подарить Flipknife Vortex. Чтобы получить, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс 100 ID. И третье, самое важное, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. Как обычно, залетаем на G стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Представьте, как же мне повезло. Этот парень дал мне уже один промокод. Он реально рабочий, он реально настоящий. И сейчас он говорит то, что он разработчик, и он готов дать мне промокод на АВМТХ. Или это какой-то трейдер, который превратил свою АВМ в промокод. Я не знаю. Я не знаю, что не так с этим парнем, но он мне предложил сыграть дуэль на промокод на АВМТХ. И самое главное, он мне доказал то, что у него реально есть промокоды, потому что один из промокодов я уже активировал, и активировал довольно-таки успешно. А на что промокод? Керампит Юниверс! Обалдеть, ребята! И вы просто представьте, это же чел, который дал мне этот промокод, говорит, год дуэль на АВМТХ. Блин, ребят, просто представьте, этот человек дал мне промокод на Керамбит Универс и готов прямо сейчас дать еще один промокод на ВМТХ. Мне надо всего лишь выиграть. Но, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал и хэштег Кентуха тащи, потому что, ребята, прямо сейчас все зависит именно от этой дуэли. Играем Байтемка, правила самые обычные, я немножко волнуюсь, немножко насерил штаны, ребята. Поехали. Опа, опа, так, так, так. Что же я тут вижу? Тут пока что никого нет. Но я вижу, он тоже играет довольно-таки неплохо. Главное не пушить, главное не спешить. Потому что говорится, кто спешит, тот людей насмешит. Вот так вот галок это прошло. Спасибо за хаешечку. 1-0. Это очень хорошее начало. Если я взял первый раунд, значит дальше будет только легче. Ну, потому что если беру первый раунд, по дефолту я беру и второй раунд. Ништяк, ребят, дуэль на настоящий промокод. На АВМТХ, блин. Просто представьте, сколько же у меня будет голды. Я сразу продам этот АВМТХ по закупке, а второй АВМТХ оставлю себе. У меня же их два, ну вы знаете, да? Так, ну чё, полетели. А как он меня стык-найн замочил-то? Обалдеть. Не, это жесткий, это реально жесткий чел. Это очень жесткий чел. Ребята, блин, рано радовался. Рано радовался, все, поехали. Не расслабляем булочки, потому что прямо сейчас все может решиться. Никого. А тут что видим? Никого. А тут, опа! Ништяк. Поехали. Брат! Ну, братуха, тебе до меня еще далеко. Вот так вот, 2-1. Че, промокодик хочешь давать? Промокодик надо давать. Надо, надо. Говорится, один промокод хорошо, но когда этот один промокод у Кента, это еще лучше. Ауф. Цитаты от Кента ПК. Так, ну че, пацаны, еще 2-1. Хэштег по красоте. Хэштег головка вообще пройдет. Хэштег Кенту жопа. Или нет, или да. Лови, короче, хаешечку. Вот так тебе подарочек. Неужто ребра? Неужто ребра? Может, не ребра? Да, 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 да. Да, 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 да. Это было гораздо легче, чем я думал. Ребята, ребята, счет 2-1. По красоте, по красоте, по красоте. Счет 2-1. А, уже 3-1. Ну, 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 братан, ну я тебя даже не почувствовал. Просто пылинки с рук. Головка пройдет или нет, как думаете? Я думаю, должна, должна, роднюсенька. Головка! Все, 4-1. Колотить тебя в ухо, братуха. Изи каточка, 4-1, ребят. Ну, сейчас еще буквально 4 раунда выиграть, и промокодик будет у меня. Так, пацаны, еще буквально 4 раунда. Сейчас, я думаю, можно даже пушануть. Так, на агрессии. Вот так на агрессии взяли, запушили. 5-1. Братуха, ну тебе надо немножко подтянуть свой скилл, что ты вообще, это немного нубгалимый. 5-1, вот тогда, бывает все-таки приятно. Ого. Не, ну это был рандом. Это реально был у него рандом, потому что, ребят, ну вы видели, как это залетело. Так я просто проходил мимо, нахрен мне попало по голове. Ну, ребят, ну это прям... Это реально лютейший рандом. Да! 6-2! Роднюсенько! Ха-ха!
Прошла ножка, прошла ножечка, ребят. Я прям сейчас от радости хочу сделать секретную анимацию. Сейчас. Я от радости сейчас сделаю секретную анимацию на G-команда. Просто смотрите, учитесь. Отвечаю. Сейчас сделаю, сейчас сделаю. Сейчас будет секретная анимация, пацаны, отвечаю. Если не будет, то я нуб. Да что за прикол-то? 5 minutes later. Секретная анимация, ты где? Ну почему как надо, ее нету? Как не надо, она всегда появляется. Ну, трындец. Ну, трындец, да. Сейчас все напишут в комментариях, что нуб. Не, ну вы серьезно? Уже реально минуты две пытаюсь сделать, мне не получается. Замочили. Зато я замочил. Так, секрет анимация. Не, ну должна же выйти секрет анимация. Не, реально, у меня уже горит с этого. Секрет анимация, алло, ты где? Секрет анимация, алло. Да, ребят, ладно, я нуб. Нуб, я позорился. Зато нуб с двумя АВМ Трэджер-хантерами. А, как им такое? Я вообще на нож посажу. Просто смотри, еще уничтожу и проиграю. Просто смотрите, учитесь. Ну, я пытался. Секретной анимации нету. Как я полчаса пытаюсь сделать? Это рофл. Ее просто убрали. Отвечаю, смотрите. Секретную анимацию. О, видели? С первой попытки почти, ребята. Ну, елки-топалки. Да, все, я больше не нуб. Опа, обалдеть. Вот тогда. А, где? Откуда стреляют? Тише. По мне откуда стреляли, я не понял. А-а-а! Он все время был в ребрах, братан! Ну что? Спасибо за промокодик, мой маленький! Плюс промокодик, мужики. Промокод на АВМ Treasure Hunter. Ну что ж, дорогие друзья, прямо сейчас мы активируем промокод, который мне скинули. Для этого нам необходимо перейти вот сюда, дальше в магазин, промокод и просто, ребята, ввести промокод. Давайте, копирую, опа, и вставляю промокодик. И Кент Бот Лох. А, я сразу не заметил, что за промокод. Мне вот интересно, откуда ты нахрен взял промокод, чудище? Откуда ты взял промокод? Он же мне реально дал один промокод рабочий. А второй промокод дал Кент Бот Лох. Нормальный промокод. Короче, мужики, прямо в эту секунду поставьте лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий, если вы против китков. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.